Здравствуйте, мои дорогие. Я сейчас буду делать вам расклад на картах Ленорман на расширенной колоде «Золотые мечты». И расклад будет на такую тему. Почему мне до сих пор снится бывший? Подумайте о своем бывшем мужчине, с которым вы уже расстались. Я сейчас в этой колоде найду карту мужчины. И это будет не этот мужчина, который в одежде, а будет именно обнаженный мужчина, с которым у вас были серьезные отношения, романтические отношения, и по какой-то там причине вы с ним расстались. Вот мужчина вышел. Угу. И мы посмотрим, почему же он до сих пор снится. Так, эта карта. Часы дополнительные и дополнительная карта мосты. Очень интересно. У многих девочек в это время, когда он вам снится, ваш бывший мужчина хотел бы опять выйти с вами на связь, хотел бы опять возобновить отношения, он о вас думает, он до сих пор вас не забыл. Так, еще возьмем карты. Почему мне снится мой бывший? Смотрите, это карта тучи. В этой позиции она говорит, вы до сих пор находитесь в каких-то иллюзиях, каких-то, может быть, надеждах, что когда-нибудь, вот, может быть, у вас что-то получится. Или вот вы думали, а как бы было бы, если мы не расстались. И ваш мужчина также, чувствуя это, тоже вот, хотел бы как бы узнать, где вы, что вы, как вы живете. Тоже вас вспоминает. Давайте еще возьмем карты. Почему снится бывший? И это вышла женщина. Сама же женщина. Это расклад, конечно, для вас. Для многих девочек, кому снятся бывшие. Он очень много о вас думает. И вы, кстати, тоже вспоминаете его. Какой вот совет и толк дать по такому вопросу? Почему же снится бывший? Карта выпала сама по себе. Это карта звезды. Да, вы строили на него большие планы. Он был мужчина вашей мечты. Вы до сих пор не отпустили подсознательно его, вы держите его на энергетическом плане. И также и он строил на вас большие планы и мечты, но по какой-то вот у каждого своя причина вы расстались. Физически вы не вместе, у каждого своя жизнь, но в голове, в мыслях вы как бы еще не отпустили друг друга. Нужно это сделать, конечно, отпускать бывшего, чтобы идти вперед. Нужно двигаться вперед и оставить прошлое в прошлом. Вот такой вот вышел расклад. Желаю вам всего хорошего, счастья, добра, любви и самого лучшего. С вами была ваша Елена. До свидания.